В новогоднюю сказку Самара должна превратиться уже в ближайшие недели. Празднично оформят фасады зданий, муниципальные предприятия, магазины, прилегающие территории, заводы и даже строительные площадки. На улицах яркими огнями загорится иллюминация, обещают и новые световые решения. На всех въездах в города будут оформлены светодинамические перетяги с символикой герба городского округа Самара. В срок до 24 декабря полностью будут оформлены и включены все парки, а также установлены и украшены елки. Глава города Олег Фурсов поручил профильному департаменту ускорить работу. Погрузиться в праздничную атмосферу Самара должна как можно раньше. И особое внимание уделить проспекту Юных пионеров, где в этом году провели ремонт. В этом году в Самаре откроются 150 точек по продаже елок. Все они должны быть оборудованы конструкциями для упаковки новогодних деревьев. Также Олег Фурсов поручил увеличить количество новогодних ярмарок выходного дня. Пока их запланировано 4. Ярмарки позволяют людям с невысокими доходами, да, решать проблему приобретения продуктов качественных перед Новым годом. Есть практика организации на пустующих площадок, торговля фермерской продукцией, в том числе из соседних областей. Значит, пожалуйста, этим займитесь. К Новому году во всех районах города зальют катки, оборудуют игровые комплексы. К концу декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга. В ночь на 1 января на площади Куйбышева запланирован большой новогодний концерт. Валерия Макарова, Лариса Шалафа, Станислав Левин. События.